Hey, what's up? Меня зовут FlakeGK, добро пожаловать в игру под названием Rocket League, в обычную, ребята, игру. И как видите, у нас вышло обновление, наконец-то сервера подключились, сервера наконец-таки работают. Как я долго ждал, чтобы записать эту замечательную игру с этим замечательным обновлением. Мы играем на новой карте, на новой тачке. И у нас в инвентаре есть новые кейсы, которые мы сегодня обязательно откроем после того, как мы поиграем на этой... Такой, знаете, эта карта немножко напоминает Rocket Labs, но это такая карта. Вот, мы, кстати, первый... Я первый гол забил! Сразу вам хочу сказать, ребята, что... машина так себе. Машина очень классная в плане анимации. У нее есть небольшая анимация вот этого двигателя, как двигатель этот открывается, смотрите, видите, на двигатель, оп-оп, открывается, закрывается. И когда мы в воздухе, расправляются еще и крылья, это классно, вот в этом плане очень хорошо, но машина имеет очень маленький хитбокс носа, это очень плохо. В плане того, что, ну, допустим, там отбивать как-то будет не очень удобно и... Короче, машина мне по управлению не очень сильно нравится. Ну, непривычно в любом случае. Да, повеселиться, поугарать можно. Ой, ё-моё. Смотри, что вытворил. Сейчас, ребята. Мы играем в обычную. Потому что, ну, блин, в ранкет такую карту достать, тем более, будет сложно. Тем более, тестировать ранкет на неизвестной тебе тачке, это глупо. Поэтому я решил, что мы в обычную поиграем. Камон, камон. What the fuck. Окей. Там, знаете, там такие звуки, как будто мы реально вот в космосе там. Космическая... Вообще-то космическая станция же, получается, карта называется. Карта классная, карта очень в хорошем... Ё-мо, я наверх не смотрел, посмотрите. Карта очень крутая. В обновлении, ребята, помимо этого добавили еще кастомные тренировки. То есть люди могут делать свои тренировки, допустим, всяких фристайлов, дриблингов, кикофов, все что угодно. Люди могут делать свою собственную тренировку. То есть там какой-то небольшой конструктор карты. Ну как конструктор карты, там просто, чтобы мяч ударить, мяч как-то отлетел с какой-то силой, с какой-то мощью и куда-то. Вот это, типа, вся суть кастомной карты. Но эту карту можно сделать именно под какую-то цель определенную. Чтобы, допустим, научиться делать киков, чтобы научиться делать фристайл. Еще много всего интересного теперь доступно в кастом тренинге. Я сегодня не смогу вам это показать, потому что, ох, сервера-то упали, и эта фигня сейчас не работает. Я хотел посмотреть, но не рабочая эта сейчас штучка. Посмотрим в следующий раз. Но я реально очень, с самого утра ждал. Сначала пытался как-то найти где-то кейсы. Спасибо огромное некоторым подписчикам, которым я скажу спасибо отдельно, когда мы уже начнем открывать кейсы. Вот, короче, очень сложный день выдался, поэтому, ребята, так поздно у нас выходит эта часть. Поймите меня. Вот. Ой-ой-ой, этот гол, это не гол, ребята. А вот, хотел ударить боком, чтобы полетело ворота. Ой, выбивай, молодец. Это мой тиммейт. Это я, долбоёб, всем привет. Давай-давай, бро. Come on. Нет, я отсюда не хочу выбивать. Все просто пролетели. Вау, с неба свалился парень. Оп, окей. Слишком далеко. Оп, это мое, спасибо за нитро. Отдашь мне мяч? Спасибо. Пацаны, мяч у меня, молодец. Давай. Выбиваем по центру. Ой, хорош, оп. Тихо, пацаны, да, главное играть в овертайм. Ой, спасибо. Муа! Просто реально мне мяч дал. Я не знаю, что он делал. Но дал мне чистый пас в ворота. Спасибо. Я такой на своем. Это, кстати, тачка называется Вулкан. Играем на Вулкане, ребята. Как будто какое-то казино. Играем на Вулкане, пацаны. Так. Hey. What's up? И, ой, было бы хорошо, если бы я успел немножко до мяча, но не получилось. Воу, как летят, боже мой, посмотрите на эту. И, оу, щит. Как играют парни, тихо. Посоны. Оп. Посоны. Воу, я же мог забить. Но что-то не вышло. Ворот пустые. Guys, где вы? Блин, офигеть, и этот чувак озвучивает через радиостанцию, как через говорилку, грубо говоря, вы сами слышите, это классно, очень классная реализация. Psyonix никогда не разочарует, каждое обновление делает как-то крутое, но по мне, ребята, ну, мало всего такого понаделали, но хорошо, что они обновляются. Мне, типа, тачка не нравится, карта нормальная,
Ну, красивая, да, очень хорошо реализована. Насчет кейсов пока ничего не могу сказать. Но мы выиграли. Что тут уже сказать? Тачка крутая. Вот не знаю, мне кажется, она в воздухе как-то лучше себя ведет. Ну-ка. Нет, тут, конечно, Кирилли не расправляется, что очень печально. Но... Лимитед тропер! Топер. А, сейчас же у нас, получается, там Merry Christmas, Новый год. Видите, там у чувака уже елочка. Короче, лимитированные предметы, ребят, доступны до 2 января. Можете играть и выбивать. Потому что они потом будут недоступны. То есть вот эти новогодние всякие шапочки. И все это можно выбивать. Выбивать. Итак, ребята, начнем мы открывать кейсы. Во-первых, я сразу хочу поменять мою тачку. Мою любимую тачку поставить. Где мой... Эй. Где моя любимая тачка? О! Вот, брейкаут. Почему-то я потерял сразу брейкаут. Все, мы поставили мой любимый брейкаут. Ребята, огромнейшее спасибо. Сразу хочу сказать, у меня прям список есть отдельный. Для вас, тех, кто мне помогает. R8RMN. У тебя сложный ник. Но спасибо тебе огромное, братишка, за кейсик. Спасибо огромное. Так, дальше у нас кейсы кто дал? Угадайте. Binary Dragon Elite. Ладно, там дальше реклама. Спасибо тебе огромное, братан. Вот он больше всех сегодня кейсов дал. Он просто дохерище кейсов дал. Братишка, спасибо тебе огромное. Реально безумное спасибо. Ты дал мне очень много кейсов. Дал мне помимо кейсов еще там на крафт. Мне X-Devil дал. Спасибо огромное. И Клауди тоже спасибо огромное за кейс. Ребят, спасибо вам огромное, что сегодня вы поддержали, помогли мне. И дали 5 чемпион, 4 кейса. Вот именно их мы сегодня откроем. Крейт, кейс, крейт. Ящички. Что ж, тут у нас чё по дропу. Все очень классно. Помимо вот этих вот всяких некрасивых декалей, у нас есть новая анимированная декаль на наш брейкаут. Да, то есть не было, я так понял, на брейкаут дистрошена. Но теперь она есть. Это нам не интересно. Ну, это, точно, она анимированная? Да, анимированная. Лол. Киловатт. Классно, классно. Но, блин, только вот это темное как-то освещено, это плохо. У нас теперь есть колеса, кстати. Подожди, а были разве колеса такой рарности, грубо говоря? Не знаю, но они красивые, они очень красивые. Не сказал бы, что лучше моих. Луперы у меня же, по-моему. Забыл, как называются мои колеса. Но это тоже красивенькие. У нас вот такие новые колесики еще. Import Wheels. Вот эти, да, очень красивые. Но подойдут, знаете, на такую огромную массивную тачку. Вот, на Roadhog они подойдут на какого-нибудь, вот, не знаю, мне кажется, так. У нас, наконец-то, есть новая бади, да, у нас есть бади на Octane, ZSR. Она, знаете, она выглядит более огромнее, то есть она какая-то массивная стала. По сравнению с обычным Octane, вот, она более массивная стала. Протон, новый трейл. Ну, такой себе, на самом деле, да, такой себе трейл. И... классные, кстати, очень классные Exotic Wheels. Вот эти зомба классные. Вот эти зомбы мне нравятся. Вот Ара 51. Ара 51. Ну, простенькие, очень простенькие. Вот зомба очень классный. Мистер Декаль. И как я понял, либо новая у нас Мистер Декаль появилась, либо просто из старых выпадает. Ну что ж, ребята, мы приступаем к открытию кейсов, крейтов. У нас всего 5, мы откроем сегодня все 5. Поэтому я надеюсь на большой палец вверх, потому что мы очень редко открываем много кейсов в одной серии. А тут мы прям сразу. Оп, и пожалуйста. Ну, на X-Devil мне дали декаль. Самую простенькую. Ну, такой себе. Продолжаем, поехали дальше. Камон, давай. Дайте мне, пожалуйста, зомбу. Зомбу дайте, зомбу. Хочу зомбу. Ну, либо Мистер Декаль. Вот эту, да, вон там было Мистер Декаль. Wildfire на массивную тачку Roadhog. Вот на нее, кстати, идет. Вот прям четко идет. Вот тебе это подходит, Roadhog. Можешь оставить себе эту декаль. Молодец. Идем дальше, ребят. Третий кейс у нас уже пошел. И чет нам такого прям крутого не падает. Очень жаль, к сожалению. Вот сейчас, может быть, Протон, Нектайн, Дисторшн, Ротки. Вы серьезно, все крутое пролетело просто. Нектайн нам дали на обычную. Ну, классная тоже такая. Поцарапан. А, реально, смотрите, классно сделано. Классно. Но, извините. Мы охотимся за более дорогими вещами, правильно, ребят? За более дорогими вещами. Ну, камон.
камон, зомби уже два раза. Просто все пролетает. Почему так? Почему тупо все пролетает? What the fuck? Мэн, может вы мне объясните, почему так? Почему так происходит? Ну, давайте. Мы хотя бы красненькое что-нибудь выпустим. Хотя бы красненькое. Ну серьезно! Там протон был! Ой, что-то сегодня, ребят. Все! Мы сегодня все кейсы закончили, реально! Да ладно вам! Ничего такого прям классного не выпало! Оу, щит, ребята. Оу, щит, подождите. Как я понял, теперь можно все из всех серий, ребята, понимаете? Теперь можно абсолютно из всех серий делать контракты. То есть вам не обязательно иметь определенный, допустим, все иметь из Champions Series 4. Можем иметь абсолютно из других серий. И процент уменьшается, допустим, только на четвертую. То есть если мы, допустим, сделаем вот так. Сделаем вот так и вот так. То у нас есть, если, нет, я ошибаюсь, я не буду говорить никаких процентов. Просто у нас есть шанс, что у нас выпадет на Champions Series 2, а остальное на 4, посмотрим. Ну, видите, сервера у нас сегодня не так уж и стабильно работают. Но давайте мы тогда без всяких багов попробуем просто 4 запихнуть. У нас же 4 сегодня все есть. Да, 4 у нас сегодня все есть. Да, как бы, может быть, неправильно они отображаются, но на брейкаут у нас есть, наконец-то, таки декаль, помимо параллакса, который абсолютно на все тачки работает, у нас есть, и именно на наш брейкаут. Где старший? Ну, вот он. И эквипать мы его не будем, потому что мой параллакс, он классненький, он очень классненький параллакс, обожаю параллакс. Ну, в принципе, тут больше ничего не остается. За X-Devil спасибо огромное. Подписчик, спасибо огромное. За предоставленный X-Devil, который, в принципе, потом отправится в контракт на новенькие колеса. Ну, а пока у нас есть возможность, будем открывать новые, только новые кейсы в охоте за зомбой. Вот и, в принципе, вот так вот все тут происходит. Это более-менее, ребят, обзор обновления, а не какой-то геймплей. Поэтому я вам еще кое-что покажу. Теперь у нас в тренинге, вот здесь есть кастом тренинг, где... Как раз таки я о чем вам и говорил. Тут есть всякие карты, которые создают люди. Но не только люди, тут у нас Psyonix тоже создают карты. Авторские карты. То есть они сами создали карты, которые помогут вам в чем-то. Тут, допустим, отбивать голы, еще что-то такое и тому подобное. И также, допустим, как, если какой-то разработчик популярный, грубо говоря, сделал свою карту, он может просто предоставить вам код, с помощью которого вы вот сюда вписываете этот код, и вам эта карта сохраняется. Потому что через... какое-то количество времени тут будет дохренище карт. Просто дохренище карт. И чтобы не теряться, поэтому вот такие коды и существуют. Ну, то есть, естественно, задавать больше ничего тут такого интересного нету. И вот как раз таки, где у нас находятся карты из воркшопа. То есть, по мере достижения какого-то залива файлов на воркшоп, можно будет добавлять их в мастерской. И вот здесь как раз уже проигрывает. Тут те самые карты на дриблинг, на тренировку полета. Это теперь все будет официально в Rocket League. Это очень классно, это очень удобно, чтобы не приустанавливать постоянно. Ну и тут немножко, прям не такое глобальное обновление, но немножечко тут мастер волюм добавили. И немножко меню как-то, не знаю, некоторые штучки переместили в отдельную вкладку. То есть UE Scale и Save Zone Ratio было у нас раньше в видео. Вот. Не знаю, зачем это сделали, но... теперь легче ориентироваться. Ну, в принципе, на этом все. Кроме еще кое-чего самого интересного. Теперь можно фильтровать арены, на которых можно играть. То есть, если вам, допустим, не нравится карта Neon Tokyo, вы можете поставить ей дизлайк. Сейчас у нас дизлайк. Тут есть определенное количество дизлайков, которые можете поставить. И, допустим, если у вас стоит дизлайк, то у вас есть... ну, то есть, эту карту вам не будет искать. То есть, вы никогда не поиграете на этой карте. Вообще никогда, если у вас стоит дизлайк на этой карте. Если у вас стоит лайк, то приоритетнее будут искаться сервера с этой картой определенной. То есть, если вы хотите играть, допустим, на... приоритетнее на картах вот таких, на которых у меня стоит лайк, то чаще всего будут искаться именно такие карты. Вот. Вот так вся система и работает. Ну, тут, естественно, можно прям на каждую
на каждую сессию отдельно сделать. Я сделал глобал, чтобы у всех было одинаково, потому что у меня вкус никак не поменялся. Допустим, в дуэли я также ненавижу вот эту пустыню, в даблс то же самое. Везде я ненавижу вот эту Westland. Не он таки более-менее, но тоже раздражает. Да, вот. Вот так все можно выбирать, это очень удобно, потому что если вас, допустим, раздражает одна карта, на которой вы всегда проигрываете, вы можете эту карту просто не играть. Ну, это очень классно сделано. Спасибо огромное, Psyonix. Ну, тут по серверам, к сожалению, немножко пока не добавили, и вряд ли скоро добавят, но все равно спасибо им за такое классное обновление. Да, уже заговариваюсь. Ну что ж, ребята, на этом обзор обновления закончен. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ранкет будет завтра, думаю, может быть, чуть позже, но скоро. Все, жду ваши лайки, ребята. Очень пытался оперативно это сделать и надеюсь на вашу поддержку. Все, на этом заканчиваем. С вами был FlakeGK. Всем удачи, всем пока.